Здравствуйте, это Кавхаги Рефорд. Сегодня производим чистку поилки Мирака Е-фонд на морозе. Вот сегодня 8 декабря. Смотрим, как это происходит. Вот. Можно посмотреть, как стоят шарики в поилке сейчас. И как мы собираемся это чистить. Вот. Поилки. Надо опустить шарик и вытащить заглушку из поилки. Резиновую. Заглушка вытаскивается, вода сливается. Вот. Параллельно включается подпитка воды. Вытаскиваем и вторую заглушку. Вот вода пошла. Вот. Параллельно ёршиком для унитаза прочищаем все поверхности внутри поилки. И остальные поверхности сверху, снизу, со всех сторон. Вот. Для полного выхода всей этой слизи желательно после прочистки закрыть поилку, закрыть заглушки, опять наполнить и еще разок слить воду. Тогда чистка точно будет эффективной. Вот. Ну вот так вот мы почистили поилку. В принципе, это занимает не более 5-10 минут. Вот. Ну и все. Всего самого хорошего. До свидания.